Всем привет, вы на канале Маргоштова, и сегодня я вам расскажу, куда я пропала на эти 2 дня, почему меня не было. В общем, начнем с того, что я, в принципе, всегда не выкладывала около 2 дней видео, но сейчас это было с причиной. Так вот, меня заблокировал YouTube за мой возраст. Кстати, вы завтра увидите новое видео или сегодня вечером про вот эту вот девочку. В общем, меня заблокировала за возраст. Вы, наверное, кто легенда, кто давно смотрит мой канал, знает. Но, в общем, смотрите сами. Вот здесь, вот значит, у меня вот такое вот сообщение, что аккаунт не действует и удален будет через несколько дней. Сегодня, вчера точнее, я уже отправила заявление, и мне вернули. Вчера я была очень расстроена. Ну и вот мне сегодня, короче, вернули только что прям. В ТикТоке и в Инстаграме, ВК вы могли увидеть вот такие вот видео со Спринграпом. Я немножко подсел даже на ФНАФ, но вот. Но на самом деле я не прям так его знаю. Просто смотрела прохождение в 2015 году и в этом году просмотрела полностью прохождение Security Breach. Так что я считаю много позера, если не спрашивать про Security Breach. Ну, в общем, в принципе, все я вам рассказала. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.